Серию терактов по парижскому сценарию предотвратили спецслужбы России и Казахстана. Об этом заявил сегодня Александр Бортников в Минске на заседании Совета органов безопасности стран СНГ. По словам директора ФСБ, силовики накрыли сразу несколько крупных бандформирований. Они готовили нападения, подобные тем, что произошли во французской столице. Теракты готовились в крупных городах нашей страны. После этого, добавил Бортников, преступники намеревались уехать в Сирию и примкнуть к рядам запрещенной группировки ислам.